Люберецким городским судом рассмотрено уголовное дело по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Ранее судимый 43-летний житель Люберец 6 ноября прошлого года в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, нанес потерпевшему ножом 3 удара в живот и по конечности. От полученных телесных повреждений тот скончался в больнице. Подсудимый свою вину признал и раскаялся. Государственное обвинение по уголовному делу поддержано Люберецкой городской прокуратурой. Приговором суда от 28 февраля 2022 года подсудимый признан виновным в совершении инкриминированного преступления и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания исправительной колонии строгого режима.